Центр «Мой бизнес» Республики присоединился ко всероссийской акции «К школе готов». Приурочена она к началу нового учебного года. Акция проводится в рамках благотворительного движения «Мой бизнес помогает». Инициатором выступило Министерство экономического развития России совместно с региональными центрами «Мой бизнес» и некоммерческим сектором. Основная цель – помочь малообеспеченным семьям подготовить детей к школе. Присоединиться к акции могут не только предприниматели, но и все неравнодушные люди. В фойе центра во Владикавказе на улице Шмулевича, 8, установлена специальная коробка, где можно оставить новые игрушки, одежду, обувь для детей. Для школы-интернат «Надежда» были приобретены все необходимые школьные принадлежности, в том числе альбомы, карандаши, фломастеры, тетради, ручки. Они в двойном размере, то есть в двойном комплекте на каждого ребенка.